Свою первую большую победу он одержал в 21 год. Мастерски освоил все классы гонок на ипподроме и на льду и стал легендой марийского мотоспорта. В Йошкар-Оле увековечили память гонщика Юрия Грязина. На открытии мемориальной доски побывала и наша съемочная группа. Смелый, целеустремленный, непобедимый. Таким родные, близкие и все любители спорта запомнили прославленного мотогонщика Юрия Грязина. Он начал увлекаться мотоспортом еще в школьные годы. Во время службы в армии был зачислен в команду своей части. А почти 60 лет назад стал чемпионом Закавказского военного округа по мотокроссу в классе машин М-72. Не все победы Юрию Васильевичу давались легко. Был даже случай, когда финишировал со сломанной ногой. Отец у меня был просто замечательный. Целеустремленный, очень идущий к победе, верящий в победу. Соревнования все помню. Это был 40-градусный мороз. Несмотря на все морозы, мы находились на стадионе. И это крики радости и победы, когда ноги практически ничего не чувствовали от мороза. Стадионы были все открытые. Народу было полными стадионами. И я, наверное, громче всех кричала: «Папа, вперед!» И «Папа, ура!» Когда была победа. Юрий Васильевич для меня настоящий герой, потому что мы с ним односельчане, мы с ним одноклассники. Я его, короче говоря, знаю с детства. Он всегда среди нас отличался настойчивостью, физической подготовкой и любовь к технике у него была с детства. Он мастерски освоил все классы мотогонок. Настоящим штурманом всех его побед была жена Нина. Спортивные рекорды Юрия Грязина не побиты до сих пор. Зато память о нем жива. В эти дни в Йошкар-Оле на здании жилого дома номер 33 по улице Больничная установлена мемориальная доска в память о Юрии Грязине. Инициатором всего этого мероприятия была инициативная группа во главе с Белавиным Виталием Павловичем. Когда они обратились в конце 2019 года в региональное отделение, не могло не откликнуться на их обращение. После их обращения начали готовиться документы, обращение в администрацию города, и параллельно начали готовить проект этой плитки. Финансирование в основном легло на долю дочери и ветеранов спорта. За свою профессиональную карьеру Юрий Грязин стал двукратным чемпионом России, четырехкратным чемпионом Поволжья и 14-кратным чемпионом Марийской АССР. Напомню, в ноябре прошлого года, к 80-летию со дня его рождения, Юрию Грязину установили скульптуру. Бюст многократного чемпиона украсил музей Йошкар-Олинского технического центра ДОСААФ России.